Всем привет, меня зовут Иван Хохлов, я сооснователь Marketwell Stories. И в прошлом году мы открыли 9 магазинов, в этом году мы открыли 12, то есть на 33% больше. А есть такой показатель, выручка like for like, это выручка в тех магазинов, которые работали в прошлом году в сравнении с теми показателями, которыми они показали в текущем году. То есть насколько уже существующие магазины улучшили свои показатели, то есть такой качественный, эффективный рост. То есть мы показали 65% рост like for like. Это очень круто, то есть в среднем компании на рынке растут от 3 до 10%. Это считается очень круто, если ты растешь like-for-like. Мы растем на 65, то есть это примерно в 10 раз лучше, чем средний хороший результат на рынке. Мы открыли 5 новых флагманских магазинов. Мы открыли супер большой магазин в Екатеринбурге, он почти 600 метров. Мы открыли первый магазин за рубежом в Алма-Ате, в Казахстане. Мы открыли 2 суперважных магазина в Европейском и Атриуме, потому что это лучшие торговые центры страны. Мы там были представлены, можно сказать, ларьками по 20-30 метров. Сейчас у нас там полноценные 160-метровые магазины. Первое платье, которое точно станет лучшей вещью в вашей капсуле, это льняное платье. Вторая вещь, которая обязательно должна быть в вашем гардеробе и которая отлично дополнит вашу капсулу, это льняная рубашка. На примере этого образа я расскажу вам про 2 рекомендации. Это обувь интересного оттенка, которая примерно сливается с оттенком вашей кожи. Для домашнего роста, ее рост 160 сантиметров, этот ремень слишком длинный. Слишком длинный ремень визуально делает вас ниже, съедает вам рост. Я люблю, например, этот образ за то, что он очень такой европейский, светлый. Третий наш образ опять с пуховиком. Наш 4-й образ. Первый образ, который я для вас приготовила сегодня. Один из моих любимых образов. Новогодний корпоратив. Она невероятно теплая, красивая, блестящая. Итак, это мой вариант для прогулок в холодное зимнее время года. Всем привет, с вами я, Александр Рогов, ваш самый любимый влогер, самый любимый стилист, самый любимый телеведущий. И сегодня я не на своем YouTube-канале, я на YouTube-канале 12 Stories. Я его захватил, и сегодня я вас буду учить модной грамоте. Яркое событие. Мы пробили 1 миллион подписчиков, сейчас у нас уже 1 миллион 10 тысяч. Это почти 100% рост. И в YouTube мы тоже выросли почти на 100%. 14 апреля мы планируем запустить супер красивое приложение в айфоне на iOS, пока только на этой системе, и рассчитываем, что наши покупатели лояльные очень сильно полюбят его, потому что оно будет быстрое, удобное и красивое. В следующем году мы выйдем на новые глобальные рынки. Мы сейчас занимаемся активно заключением договоров, процессом интеграции с платформой Farfetch. Это международная платформа, очень крупная, на ней продается больше 1000 брендов. Мы выйдем на нее в следующем году, будем продаваться через нее практически во всем мире. Плюс мы с ними же заключаем договор, у них есть Fulfillment Center, это такой склад полного цикла, где полностью все, что связано с отгрузкой до покупателя и с хранением, тебе обеспечивает сторонняя компания. Вот у Farfetch есть такая услуга, такой fulfillment center в Италии, в Гонконге и в Америке. Мы начнем с Италии, в городе Тревизо. Мы будем отгружать туда свою продукцию, чтобы доставлять до европейских покупателей, до Америки, до Ближнего Востока
быстрее, чем мы доставляем из России, чтобы миновать различные пошлинные барьеры, таможенные барьеры, то есть чтобы быть еще ближе к нашим покупателям. Спасибо. Мы стараемся, чтобы каждая новогодняя коллекция была круче предыдущей новогодней коллекции. Мы пытаемся вас удивить, вдохновить, для того, чтобы вы к нам возвращались, для того, чтобы вы были, наверное, самыми красивыми и долго не думали, выбирали наше платье. Не только платье, но и костюмы для тех, кто не любит платье. Новый год – это такой праздник, который объединяет всех. Всех людей в мире. Этот праздник наполняет всех одинаковыми эмоциями. Эмоциями счастья, ожидания чуда, новых каких-то мечт, планов. Это здорово. Я желаю всем, чтобы следующий год у вас был насыщенным. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю, чтобы в новом году вы каждый день становились лучше, чем вы были вчера. Чтобы вы всегда улыбались, чтобы все у вас всегда получалось легко, чтобы вы шли к своим целям. Ну, наверное, так банально, но при этом я бы хотела, чтобы все были здоровы. Здоровы и счастливы – это самые важные две вещи, которые должны быть в вашей жизни. Поэтому будьте счастливыми, будьте здоровыми. Вы помните наше классическое прощание, мы много раз в этом году говорили. Но если вы забыли, на всякий случай мы вам напомним. Ставьте лайки, жмите колокольчик. Вот. Ну и не забывайте поздравить всех своих близких и родных с этим классным праздником, который всем принесет счастливые эмоции, моменты и ожидание чуда, самое главное. Вот. Поэтому ожидайте чуда в следующем году. А я с вами прощаюсь пока. Или не надо прощаться? Нет, все правильно. В конце это не прощается.